Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекс.Дзен-канала, Рутуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте в очередной раз проходит конкурс на вот такой вот замечательный АВП «Лапки». Ссылка на конкурс будет в описании под этим роликом, а именно на мою группу ВКонтакте. Поэтому участвуйте, народу мало, шанс выиграть большой. Конкурс у нас постоянно в группе ВКонтакте. Поэтому вы обязаны подписаться, если вы любитель халявы. Ссылка, повторюсь, еще раз в описании под этим роликом. Залетайте, участвуйте, выигрывайте. Приятного просмотра и всем удачи! Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать переобзорчик нормальный на наггетсы куриные Мираторг, хрустящие. У нас уже был обзор на них, но обзор получился плохим, поскольку я вообще забыл добавить музыку. Поэтому обзор мы переделываем, делаем его топовым, делаем его интересным и красивым. В принципе, поехали. Если смотрите этот ролик на Яндекс.Дзене, пожалуйста, подпишитесь, так вы поддержите мой канал, так вы поддержите рубрику обзоров. В целом мой канал сможет функционировать благодаря тому, что вы подпишетесь на канал на Яндекс.Дзене. Подписка, что бесплатная, поэтому тратиться ни на что не надо, все бесплатно. В принципе, поехали. Наггетсы Мираторг. Как всегда, начинаем со сковородки. Включаем нашу сковородку. Заливаем масло в нашу сковородку. Масло мы по области сковородки разливаем. Так, ну, в принципе, Мираторг фирму вы знаете. Можно даже открыть ее, чикены вывалить на сковороду. В принципе, вот они, чикены. Покупал я эти чикены в Ашане за 100 рублей. Здесь, если что, 300 грамм. 300 граммов, если видно. Очень сильно захотел чикены, поэтому решил сделать переобзорчик. Так тут еще и тема такая была, что обзор получился плохим. Плюс еще и скидка сейчас на чикены. Поэтому для меня все складывается идеально. Так, распределяем чикины по сковородке. А, и также я хотел еще одна причина, почему я хотел сделать переобзор на эти чикины. Потому что они... Я вам рассказывал о том, что чикины разваливались. Именно вот эти. У них корочка отпадала. Я хочу проверить, так ли это на самом деле или же нет. Или же мне просто не повезло. Вот еще одна причина, по которой я хотел как раз... сделал переобзор. Давайте считать, сколько здесь чикенов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 штук чикенов у нас здесь. 13 штук. Это дело мы закрываем. Жарю на девяточке. Самая жаришка. И принесу сейчас тарелку. Good people.
вдоль чигабана. Так, все, тарелку принес. Тарелочку я принес. Так, а что я выбрать? Я хотел почитать информацию, пока жарится. Так, 6 минут тут написано, чтобы только разогреть, как написано. Рекомендации по сервировке. Изделие кулинарное из мяса птицы, замороженное. Произведено в России. Изготовитель ООО «Мираторг Запад». Номер один в России. Хрустящее. На сковороде разогреть. На сковороде немного растительного масла. И положите замороженные наггетсы. Прогревайте их около 3 минут с каждой стороны, периодически переворачивая, чтобы наггетсы получились хрустящими. Во время приготовления не закрывайте сковороду крышкой. Тут еще можно и в духовке делать их. Так, давайте их переворачивать. Время пришло перевернуть их. Ну, центровые у нас, как всегда, горяченькие. И нужно чуточку убавить семерки. То есть будет на семерочке. Так, в духовке. 8-10 минут написано в духовке. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите замороженные наггетсы на противень, покрытый пергаментом или фольгой. Запекайте 8-10 минут. И, в принципе, все. Внимание! Время приготовления может меняться в зависимости от типа оборудования. Хранить при температуре не выше минус 18 градусов. Перед приготовлением не размораживать. Повторное замораживание... нифига себе! Вот это хорошо, что я тут прочитал информацию. Перед приготовлением не размораживать их. А я их, наоборот, вытаскивал, я их размораживал, типа. А их надо сразу вытащил и на сковородку. Ничего себе! Буду знать. Я такой информации не знал, пока не прочитал. Это на самом деле хорошо, полезная информация, очень полезная. Это мне прям нравится. Так. В принципе, я могу показать чикены. Вот они, чикены, вот так выглядят. Золотистые такие, поджаристые уже. Я даже думаю, сейчас мы попробуем с вами один из чикенов каких-то. Центровых каких-нибудь. Центровые они по-любому готовы. Вот, например, вот этот вот. Холодное мяско. Холодненькое мясо еще. Но уже кушать можно. И по поводу хрустящие, да, они хрустят неплохо. Прям по кайфу. Хруст. Да, хруст прям офигеть. Жесткий. Как же вкусно. Очень вкусный чикен. Мне прям вкатывает. Ну, в принципе, сейчас будем заканчивать, потому что чикены, в принципе, чикены. Я их даже выключил уже. Скорее всего, сейчас буду делать обзор на свой любимый салат. Сейчас будем делать мой любимый салатик.
А этот ролик мы будем заканчивать. По чикенам оценка 5. Чикены хрустящие, мясо очень вкусное. У меня прям какая-то уже зависимость от чикенов пошла, этих наггетсов. Оценка 5 из 5 вкусу. Очень вкусно, у нас все-таки еще и обзорчик. Очень балдежно. Мне все понравилось, мне все зашло. На этом, в принципе, все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.